Книги о героях прошлого и настоящего нашей Ярославской области. В Лермонтовской библиотеке состоялась презентация серии книг. 20 изданий на любой вкус и возраст. Самым маленьким – раскраска с достопримечательностями Ярославля. Для тех, кто постарше – рассказы в стихах и краткие очерки. Для взрослых подготовили книги об истории, культуре и природе Ярославского края. Свое место на полке заняло издание о спортсменах региона, где глава посвящена экс-капитану «Локомотива», трагически погибшему в авиакатастрофе Ивану Ткаченко. Все представленные книги пока в одном экземпляре, но в следующем году планируется выпустить издание в тираж и свободную продажу. Это совершенно уникальные книги, на которых работало очень большое количество людей, самых разных специалистов из вузов, архивов, библиотек. Фактически это наше вот ярославское культурное сообщество, которое в той или иной степени в очень большом числе было объединено вокруг этих изданий.